Всем привет! Это снова мы. Мы печатаем нецензуру. Мы находимся в редакции литературного журнала «Звезда» на Маховой 20. А еще мы купили модные кардиганы. Ну да, тоже надо похвастаться. Смотрите, здесь есть печатная машинка. Да, классная. Можно твердый знак. Какие-то старые кресла. Наверное, на них тоже сидел Иосиф Бродский сам. О, теперь здесь. Можно. Смотрите, сколько здесь журналов. Вот, вот он. Холодильник обшивал. Свежий. Нет, не свежий. 2010-го. Тут рассказы, стихи. Здорово. На улице дождь. Все как полагается. Салон 2011. Свеженький выпуск. Ну, это четвертый месяц. Пойдемте погуляем по редакции. Какие-то модные штуки. Творческие люди, они. Ого. Такие. Скотч нормальный такой. Был. Не пахнет. Круто. Сейчас мы пойдем. Посмотрим на велотренажер. Вот, по словам Жени, на нем катался, крутил педали сам Бродский. Пойдемте скорее. Выключим здесь свет. А вот здесь работает Женя. Кто вас любит, классный? Нет, там нормальные бутылочки. Саша, не превышай скорость. Ладно. В этой комнате я не нашел рубильника. Сейчас мы найдем свет и вы охерите, дорогие друзья. Ой, извините. Посмотрите на это, блин. Вы только посмотрите, какие двери, какой потолок. Надо уже не спросить, можно играть на нем или нет. Ребята, скажу вам по секрету, завтра здесь намечается вечеринка в честь дня рождения Жени. Будет сам трэш и толкач, по слухам. Москва сосет, помните, Питер решает. Там чье-то окно, смотри. И плита. Нас могут спалить.
Завтра, да, завтра будет круто. А сегодня еще круче. Саша, расскажи о наших планах. Что мы сейчас собираемся делать? Мы сейчас собираемся пойти слушать New Wave, как присуще всем хипстерам. Клуб. Нас называют тут хипстерами. Вот. Но нам, мы не обижаемся. Модный клуб Jesus. Потому что те, кто нас называют хипстерами, они жопошники. Им надо всем, ладно, неважно. Вот. И мы собираемся там много пить, курить, морально разлагаться и танцевать. Конечно, слушать хорошую музыку. А вечеринка вообще на самом деле уже началась. Вот. Но мы ждем Женю. Но ничего, я не жалею, впереди. Что я сюда пришла, потому что здесь нереально круто. Здесь офигенские. Вот. И, собственно, вы неудачники, потому что вы тут не были и с нами не пойдете. Все. Пока.